Кто самый крутой в образовательном бизнесе? С кого берете пример? Можно в мире? Пример я не беру ни с кого, потому что, смотри, я вижу свою концепцию образования. Я считаю, что будущее за образованием завязано на геймификации и сценариях. Потому что, смотри, если брать эволюционно, даже животный мир и люди, первое обучение – это игры. Дети все игры, козлята, щенята, котята, все играют. То есть первое образование весь животный мир получает от игр. Поэтому я свято верю в игры, но сейчас существует в мире огромный конфликт между играми и офлайн-жизнью. Чем больше люди играют в игры, тем больше они неэффективны в офлайн-жизни. Из-за этого конфликт. Родители ругают детей, жены ругают мужей и так далее. И тут я хочу прийти с образованием и построить образование на игровой механике так, что чем больше человек играет в мои игры, тем более эффективен в офлайн-жизни.